Привет всем, сегодня у нас новая коллекция Вонка 2023 года, посвященная фильму про молодого Вилли Вонка, который совсем скоро в кинотеатрах выйдет ближе к Рождеству, к Новому году. И да, Вилли Вонка — это у нас главный герой из романа и фильма «Чарли и шоколадная фабрика». Такой вот промоушен коллекция. Вышла не везде, но вот сегодня посмотрим. Да. Начнем сразу же с главного нашего героя, непосредственно Вилли Вонка. Нового актера, который играет его, третий, да, по-моему, уже актер, третья экранизация. Ну, здесь у нас не совсем, да, экранизация, про молодого Вилли Вонка рассказывается, такой вот вкладыш у нас, и здесь у нас, конечно, многие разочарованы немножко коллекции были, поскольку у нас главные игрушки очень-очень классные, но вот далее будет все печально. Итак, Вилли Вонка у нас. Так, кто у нас любит сканировать? Просили навести, да, чтобы можно было посмотреть. Код, все, в общем, видно. Да, вот такой вот у нас Вилли Вонка попадается. О, и это, собственно, у нас одна из двух всего коллекционных игрушек в этой коллекции. Да, наверное, самая рекордная маленькая коллекция по количеству коллекционных игрушек. И вот так вот выглядит эта коллекция. Такой вот у нас Вилли Вонка, молодой, коллекционная игрушка. И еще у нас с ним будет подружка его, да, не знаю, не смотрел, честно говоря, «Чарли и шоколадная фабрика», много раз слышал про этот фильм, так, был один старый фильм, был более новый, но вот сам его не видел. Тем не менее, такая вот специальная коллекция у нас у Киндера. Так, давайте найдем сразу же подружку его, где она, прежде чем перейдем к остальным игрушкам. Да, вот она. И здесь у нас... точно такой же вкладыш. Ну, давайте, тем, кто хочет скриншоты сканировать, ВТ-305, QR-коды. И здесь у нас тут тоже первая страница такая же. И вторая игрушка — это, собственно, сама у нас его подружка. Вот такая вот, видимо, да, с этого фильма. И как будто бы они как на коньках катаются, да, не знаю, на каком-то таком пьедестале. И похоже, да. Нет, коньков у нас нету. И как-то у нас все эти игрушки, похоже, соединяются вместе. И вот так вот они красиво здесь друг за друга цепляются, как будто бы можно было продолжить эти коллекцию. Может, даже и хотели продолжить, но что-то, видимо, не получилось. Получается такая вот классная фигурка, да, двойная такая игрушка коллекционная. Ну и, собственно, это лучшая игрушка с этой коллекции, друзья, поскольку дальше будет у нас немножко все печально. Итак, давайте начнем. Здесь у нас сборка, и в таком же стиле, как Хэллоуин этого года. Тоже мы пытались на канале собрать Хэллоуин Kinder Joy из Америки. Не знаю, будет ли в Германии в этой коллекции, в Европе. Раньше до короны выходила всегда у нас Хэллоуин коллекция вместе с Хэллоуин Макси. И последние вот годы после короны прям перестал подать в Германию. Да, здесь у нас тоже зато главные герои, да, и такие вот клеящиеся сборки у нас. Просто надо тогда картоночки вставлять в эти фигурки. Ну и такая вот у нас, да, такая вот у нас сборка с двумя главными героями, наверное, тоже будет. Так, посмотрим, будет у нас второй Вилли Вонка. И, по идее, можно их куда-нибудь цеплять. На холодильник, говорит нам Киндер. Или, например, на ванну. Ну и ВД-227Н у нас, видимо, другой у нас, просто буква, это означает, что цвет скорее изменили с какой-то другой игрушки или бумажку другую добавили. Да, такая вот у нас первая сборка. Далее у нас есть так, точно такая же фигурка была, по-моему, да, вот у нас самим Вилли Вонка. Открываем. И здесь у нас один в один, да, тоже такая липучка, тоже как Хэллоуин нынешние сезоны. И здесь у нас... нет, приклеилась на вкладыш это. Вот так вот. Вот так все плохо, видите. Да, делать такие игрушки. Точно такой же у нас Вилли Вонка. 227Е стоит номер. У прошлого был 227Н. Да, ну просто у нас взяли, наверное, игрушки. Те же с Хэллоуина и просто со сборки. И добавили другую картинку у нас. Вот такой вот у нас здесь Вилли Вонка. Далее посмотрим, что у нас еще в этой коллекции попадается. Ну, здесь немного, да. Остались одни сборки, только две коллекционных игрушки в итоге Киндер выпустил. Так, посмотрим, что это у нас за сборка такая. Наклеечка есть, смотрите. Так, здесь у нас все, только эта парочка. Смотрите, Вилли Вонка. Вместе, да, с какой-то своей подружкой. И волчок у нас, который... смотрите, какая классная идея. Если наклеить у нас, да, с одной, с другой стороны, то у нас... будут они крутиться
изображений тогда появляться. Да, ну вот такой вот у нас волчок. Собственно, тут ничего нового, просто разные сборки у нас Kinder покидал в эту коллекцию. Да. И, ну, тем не менее, здорово, что на одну тему, да, на Вилли Вонка, собственно, и его подружку. Итак, давайте наклеим, посмотрим, будет ли у нас получаться картинка, как говорит Kinder, или все-таки не очень. Итак, одна сторона есть, вторую сторону наклеим. Так, и если у нас волчок крутится, то мы должны нашу парочку видеть счастливую. Итак, давайте посмотрим, будет ли так получаться. О, получается, вау, очень классно. Не знаю, на видео получится ли, но вживую получается. Да, и крутится неплохо волчок. Так, вот такая вот у нас здесь сборка. Следующий посмотрим, что у нас еще есть. Еще у нас три есть игрушки в этой коллекции. Открываем следующую. Что это вообще такое, непонятно. Опять все прилипло, друзья. Все прилипло. Вот эти игрушки, прилипальщики, конечно, не очень. Так, что это у нас такое здесь? Итак, это у нас какая-то бумажка, тоже на дверь крепится. Непонятно, что хочет у нас делать Kinder. А, если потереть у нас наверху, то что-то появляется у нас под шапкой. А что появляется? Здесь у нас какие-то... А, видимо, она когда мочит, то меняется картинка, да, в зависимости от воды или от температуры. А, она просто должна быть, наверное, либо темная, либо, если ее потереть, видите, то, собственно, та, которую мы сейчас видим. Да, видите, стирается слой легко. А, вау, видели, черная была. Черная была, а теперь не черная стала. Класс. Ну, такая вот интересная сборка. Неплохая сборка, даже я бы сказал, смотрите. Видите, она темнеет. И потом, когда потрем, так, то сканируют скриншкоды. Когда потрем, то, вау, видите, черная стала. Ага. Класс, это надо хоп, и она появляется. Да, ну что ж, неплохо, тоже неплохо. Ну что, в принципе, вначале я подумал, что, наверное, ерундовые сборки, но в целом даже что-то немножко оригинальненькое. Так, не видел я таких прежде сборок. Далее у нас какая-то камера, как будто бы старинная. И здесь у нас тоже бумажечка. Все такое немножко со смыслом все равно. Да, не просто какие-то отдельные игрушки. Так, что это такое у нас? Это, наверное, тоже как принтер или сканер, который был у нас в прошлом сезоне, когда при попадании влаги она... Да, у нас появлялась картинка. И здесь у нас тоже Вилли Вонка, тоже со своей подружкой. И точно такой же принцип. Да, ничем не отличается, как и был. Только в этот раз камера такая у нас более... старинная получилась. Так, как она здесь у нас? Крышка сзади, крышка спереди. И да, вот так. Крышка спереди. Ух ты, тут у нас Вонка написано. Ну, неплохо, неплохо. В целом вышла коллекция. Да, такая между коллекция. И чук-чук-чук-чук-чук. Да, воды надо найти где-нибудь. И я налил. Сейчас посмотрим, как все это дело. Оу, капает у нас. Работает. Так, та-да-та-дам. Так, а как ее надо было? Неужели на весу держать? Или на весу держать? Ух ты, еще в темноте, смотрите, Вонка светится. Не просто так. Так, видимо, что-то я тут мало воды налил. Хотя нет, смотрите, появляется картинка. Тю-тю-тю-тю-дум. И да, должна появиться, конечно. Да, ну вот, кстати, неплохо сделано, что прям совсем ничего не появляется, когда она не влажная, и потом вот так вот, да, начинает по чуть-чуть появляться. Итак, попробуем еще раз провести через наш аппарат. И да, ну, мало я воды налил, но вообще работает, в принципе, неплохо. Такой вот у нас здесь фотоаппарат. И последняя у нас коллекционная игрушка, нет, не коллекционная, а сборка все-таки. Это какая-то блестящий, смотрите, стикер. Так, ну что ж, не так все плохо. Да, я думал по картинкам, казалось, что это худшая вообще коллекция, которую можно было придумать, с двумя коллекционными игрушками, но в целом такие достаточно
интересно, сборки. А, это у нас волчок, да. Волчок, прикольно, что в одном стиле все это дело сделано. Да, что только касается вот у нас двух главных героев. Это коллекция, пускай сборки, пускай не все коллекционные, но... О, смотрите, волчок у нас весь в темноте светится. Ну, вот видите, Kinder попытался все-таки добавить чуть-чуть какого-то, да, какого-то необычности. Если волчок сделаю хотя бы светящимся в темноте, наверное, все-таки это наклейка у нас в темноте светится там. Но здесь такой традиционный волчок, ничего нового. И да, если его покрутить, то да, наклеить наклеечки. Но видите, классно, что наклеечки разные, они еще как будто бы тут разные у него эмоции. И давайте наклеим посмотрим. Конечно, не волчок, это спиннер. Это, да, спиннер был популярный раньше. Светится в темноте? Нет, все-таки я думаю, это спиннер светится из такого материала. Он как будто фосфорного сделан. Ну и вдобавок, видите, такие вот симпатичные, блестящие у нас здесь. Он что, в другую сторону, что ли, клей крутится? Ага. Да? Нет. Так просто кажется на видео, как будто в другую сторону крутится. Такой получилась у нас полная коллекция Вонка к предстоящему фильму про Вилли Вонка из Чарли Шоколадная Фабрика. Специальная коллекция Киндера опускает две коллекционных игрушки настолько, но 6 сборок, и достаточно они неплохие. Первое впечатление было совсем, конечно, плохое, когда видел картинку, как выглядит эта коллекция. Но в целом, да, в целом что-то интересное у нас. Спиннер необычный, волчок тоже необычный, здорово, что все на тему вот... Это у нас, да, парочки, которые у нас и в коллекционных, собственно, игрушках в итоге представлены. Необычная вот игрушка с шляпой. В общем, неплохо в целом получилась коллекция. Посмотрим, что Kinder еще нам в этом сезоне приготовит. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. У нас всегда много интересных новинок. И всем спасибо. Пока-пока.